Так, ребятки, ну вот мы и добрались до Мекки якутского дрифта. Не знаю, откуда я это слово вспомнил, но, короче, откуда-то из запасов, из закромов достал. Сейчас пойдем посмотрим. Пока что ребятки катаются всей массовкой, всей басотой. Там, видимо, разгоночка. Пацаны говорят, разгонка что-то 350 метров. То есть, ну, хода должны иметься. Вот отсюда татац, тронулись и полетели. Фау-шау. Сейчас, конечно же, обязательно возьмем тачечку у кого-нибудь. Катанем, посмотрим конфиг, придумаем задание. Вот все, еще разгон. Ага, вот там постановочка. Все, окей. Потом где-то вот там по сугробам. И вот здесь финишируют. Так, ну главное нам еще выбрать место, где встать, чтобы было видно судейку. Так, короче, дали мне здесь двоечку, на которой... Короче, это один из победителей предыдущего этапа. Сейчас поедем на ней жахнем. Пассажиром только что прокатился. Короче, вот здесь такой уют и благовоние. Вот на таких вот педалечках. Сразу видно, пацаны заморочились за облегчение. Даже накладочки резиновые, пластиковые поубирали. Буду сейчас давить, видимо, своими чешками сразу на две педали. Но бахнем. Чик. О. 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 Уют. Ребят, короче, я вот заметил, что здесь, ну, какая-то вставочка спереди в стекле. А сейчас выяснил. Это, короче, жесткий лайфхак. Смотрите, мы сидим, лобач не потеет, не замерзает, не примерзает, а просто сверху на одно стекло, другое стекло одето, и все, вот, пожалуйста. Вот Хозик говорит, что они все так делают, да? Все так делают, ага. Кто по трассам, в основном, даже двигается. Прикольно. В машине теплее, оно как стеклопакет работает. А боковые что тогда? Двойные не сделал. Так, ребятки, сейчас очень важный момент, который я должен озвучить. Потому что, приезжая на различные мероприятия, на гонки, вот вы мне объясните, зачем вы разделяете контур? Ну, типа, Жига способна и так две педали нормально вывозить коляски. Для чего вы разделяете контур, я не понимаю. Вот смотрите, допустим, рассматриваем постановку в стиле, ну вот, под светофор красное кольцо. Вы тачку выставили? Выставили. Дальше вам нужно сохранить максимально долго вот этот прямик, протянуть, сохранить тачку у бруствера, вдоль бруствера проскользить. Вы это сохраняете ручником и отрабатываете путем нажатия на ручнике тормоза. Тык-тык-тык-тык, сохраняя этот угол, ну и скользя вдоль бруствера. Когда вы разделяете контур, нажимаете, используете тормоз, у вас не работает задний контур, у вас тачка начинает крутиться вокруг морды. Вот сделайте, пожалуйста, выводы какие-то. Это по факту самая жесткая ошибка, которая может быть при постройке автомобиля. Контур должен быть общий. Допустим, вам связка, быстрая связка коротких поворотов. Вы туда на жесткой скорости залетаете, на большой скорости. Делаете перекладочку коротко в тормоз, бряк, чтобы на внешку где-то не вывалиться. А на раздельном контуре вы это очень быстро так сделать правильно не можете. Либо это один раз там из 10 раз получится. Короче, контур должен быть общий. Вот, короче, ребятки. Это вот просто настоятельно рекомендую. А больше всего я хочу катануть вот на этой аппаратуре. И еще такой же есть оранжевый маскарад. Где-то здесь, видимо, подальше. Да, вон он, смотрите. Чисто универсал. Как он, Нишкомпи назывался или как? Вот, короче, хочу на этих двух тачках катануть еще сегодня. Прям очень интересно. Вон, поехал. Вау-вау-вау-вау-вау! Две тапочки слетели. Вот она, малышечка, желтенькая. Я очень любил, когда Lexus был желтенький. Тац. Опа. Блин, как к дедушке сел, а? Вот это люкс. Цик-цик-цик. Чисто миссл такой лютый. Блин, реально первый раз на маскараде еду. В дрифте. Mm-hmm.
собачка, аккуратно. Капец, такой снег просто валит жесткий, ничего не видно. Да ладно, что вы издеваетесь, тоже контур разделен, что ли? Так, в общем, пока там все заваливает снегопадом, мы расставили конусы. Реально, прикиньте, ситуация, что без конусов просто даже не видно дорожки. Здесь рядом туристическая зона. Царство вечной мерзлоты. Царство вечной мерзлоты. Вот. В общем, сейчас мы заходим в огромную скалу. О, прикольно. Ничего себе. А что, есть по-любому еще рюмашки из-за льда, да, какие? Да, есть такая. В общем, прикольно, смотри. Тыц-тыц. Влажность имеется. С вами расположились в спортивном лифтбеке. Вот, пожалуйста, сразу багажник. Сидим в маскараде. Все, они показывают, готовы, что полетели. Фаунч. Третью только что засунул. Мне кажется, она в моторном щите только что уперлась, там ручка. Короче, вот для себя отметил две брички красивые здесь. Вот капитосик и шестоганчик. Прям пойдут пацанчики, подзаморочились. Фицунда и ракета. Татац. Маскарады тоже, смотри, на подсветочках. Один, второй. Так, ну, в общем, у нас закончилась квалификация. Завтра у нас будет нетполный топ-32. Вот, смотри, все на подсветках, чехово. Неполный топ-32. Хотя участников было 42. Что-то задание, походу, борщено чуть-чуть. Ну, ничего, нормально. Зато пацаны хоть это поднаучатся новым элементиком, так сказать. Так, приехали пробовать национальную кухню Якутии. Олени, якутская лайка, дом учителя, гуси, утки, голуби, фазаны, журавли. В общем, все причиндалы здесь имеются. Прикольно так выглядит, атмосферненько. Ребят, экскурсия продолжается. Вкусненько поужинали. Смотрите, вот там огромные ползалки. Просто огромные. Я бы там с радостью сейчас бы просто там и остался бы. Горки, ну и смотровая площадка. Идем смотреть на Якутск.
вот он весь, пожалуйста, на ладони. Ребята говорят то, что город очень маленький, но я бы, если честно, так не сказал. Судя по тому времени, сколько мы там ехали от одной точки А до другого Б. Yeah.